Всем здорово! Пригнали нам сегодня одну тачку на мелкий ремонт. Сейчас посмотрим, что за машина. Погода сегодня не ахти, ветрено. Вот эту машину пригнали. Hyundai Tracan. Здрасте! Я бы сказал, неплохой внедорожник, рама. Дела. Эта машина уже не первый раз ко мне приезжает. Вот красил тут двери, молдинги когда-то. Собственно, сейчас что нам делать? Тут по пластику, короче. Вот тут вот отошел. Вот тут отошел. Будем сейчас загоним в гараж, посмотрим, как что будем делать. Да, бандура большая. Что я вон как стал тесновато, что-то стало. Гараж, наверное, надо расширять. Что, посмотрим салон. Не знаю, видно, не видно. В принципе, так ничего. Просторный салон. Темного цвета. Темный велюр. Вот сзади. Короче, свободная машина сзади, свободно спереди, свободно здесь. Коробка автомат. Тут вот так, дерево сделано. Дизельный вариант. Багажник тоже там здоровый. Двух коров можно увезти. Неплохая машина. Высокая клиренс. Рамник, как я уже говорил. Так. О, дверку надо будет смазать. Тут у нас вот задевает. Что мы будем делать? Снизу тут будем подкладывать, и она натянется. Подложим. Что-нибудь вклеим, посмотрим в процессе работы. Тут я уже показывал, да? Вот видно, что отошла. Отошла, блин, хорошо отошла. И вот тут по мелочи. И передняя дверь тоже отошла. Сейчас, короче, все обезжирим. Хорошо обезжирим и начнем работать. Будем это дело делать силиконом. Потом малярным скотчем. Плотненько приклеим его, обтянем и будем ждать. Пройдет время, все будет окей. Ну вот потихонечку работаем, заклеиваем этот пластик. Самое главное, не шприц иглой. Вот в таких вот местах берем клей и гоняем. Далее. Потом вот так вот в обтяжечку берем, малярным скотчем, и все. Так. И шприца сделаем. С ремончиком. Так, сейчас будем вот этот эффект наш исправлять. Крепление оторвалось, крепление под клипсу. Пластик, вот этот пластик, он появится, но появится так, что ломается. Короче, он будет как волокнистый идет. Да.
посмотрим, что получится, что у нас не получится. По-любому что-нибудь получится. Там начинает топорщиться. Уведенный какой-то пластик, винт ровный. А вот молдинг выведен. Ну сейчас что-нибудь придумаем. Может что-нибудь туда подложим, вот сюда. Она тут лучше прижмется. Так, ну что, работаем. Ну все. Тут сделал. Затирает, как затирало. Тут тоже. Загрелся и кончил. Еще какие-то блин. Не надо трогать ничего. Вот, короче. Так вот. Зажал, пускай сохнет. Думаю, нормально все будет. Так, ну все, в принципе, у нас все готово. Быстренько, технично все сделали. Она засыхать будет. Машину буду отдавать, так как человеку надо быстрее машину забрать и ездить, то все. То есть отдам я ее со скотчем. Струбцину сниму, со скотчем отдам. Скажу, чтобы до завтра не снимал скотч, чтобы до полного высыхания. Потому что у нас наш силикон 24 часа сохнет. Но это хороший силикон такой, по металлу идет, короче. Металл, пластик, то все. Дорогой силикончик. Это, короче, все пускай досыхает, подсыхает. Струбцину только сниму. В принципе, все готово. Человек может через 2 часа ее может забирать. Позвоним, скажем, пускай забирает. Ну все, что. Кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем до новых встреч!